К другим новостям. В Муроме двух 17-летних подростков будут судить за приобретение и хранение наркотиков. По версии следствия, 5 октября 2021 года молодые люди расклеивали на территории Мурома стикеры интернет-магазина по продаже наркотических средств. В качестве оплаты они получили от неустановленного лица информацию о нахождении тайника с наркотиками. В тот момент, когда подростки нашли закладку, их задержали сотрудники полиции. У несовершеннолетних был изъят сверток с запрещенным веществом массой чуть более 1 грамма. Вину в совершенном преступлении молодые люди признали полностью и раскаялись. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Уголовное дело будет рассматривать Муромский городской суд.